Окей, вы в курсе рекламы, которую я недавно делал, за столом ее обсуждали на ютубе, вот, к ней я сейчас отношения не имею, уже как 2 недели или 3, эту историю я по своему желанию записываю, чтобы вас предупредить, потому что сейчас возникла классная мысль, чтобы сразу сказать, потому что телеграм-то остался, там некоторые подписчики остались, может какие-то движения какие-то быть, вот, но ни один подписчик мне не написал, что его обманули, поэтому реклама это не обман, если кто думает, что это обман, то... Я вам сразу скажу, что ни один подписчик мне не написал, что его обманули. Я все проверил, все четко прошло. И сейчас вот просто подытожим, что недели 3 я 2 уже не имею отношения, поэтому не ведитесь там, если что-то, какие движения будут происходить. Люблю.